Приветствую всех тюркских братьев и сестер. Хотел кое-что сказать насчет возвращения азербайджанских тюрков в Карабах, возвращения населения азербайджанского. И почему это важно? Во-первых, территория определяется, чья она, по населению, и кто там живет. И для того, чтобы гарантировать Карабах за азербайджанскими тюрками, то есть чтобы навсегда Карабах остался за Азербайджаном, туда нужно вернуть азербайджанцев, в основном тюрков, конечно же, чтобы навсегда этот вопрос закрылся, чей Карабах. В ином случае армяне могут поднять этот вопрос в будущем и сказать, вот видите, там 120 тысяч армян проживает, по факту это наше, возвращайте нам это, там начнут крутить, вертеть, в мировые суды подавать. Ну или же, если у них будет шанс силой вернуть, они постараются это сделать. Так что вернуть туда, в Карабах, минимум 200-300 тысяч азербайджанских тюрков нужно. Потому что в будущем может возникнуть проблема и спор за эту территорию, которая кровоточит уже много лет. Так что, братья азербайджанцы, Азербайджан, заселяйте туда азербайджанских тюрков, и чтобы это навсегда было гарантированной азербайджанской тюркской территорией.